Всем привет! Ну вот, кто хочет остановить, может почитать. Рекреационный центр, который строился в Резекне, заморожен. С 22 июня принято такое решение. Центр заморожен в связи с тем, что, ну, все знают, в связи с чем началась специальная военная операция российская. И, как говорится, во всем виноват Путин. Цены везде пошли вверх. Ну, в общем, кто слушал Байдена, тот понимает, что все это Путин. Ну, нам от этого, конечно, не легче. Ну вот, теперь мы на 4-6 месяцев, ну это так оптимистично предполагается, что через 4-6 месяцев будет объявлено, вернее, ну, состоится новая закупка, новое предложение будет. И если, как говорится, дело сдвинется, то строительство продолжится. Ну, а в данный момент вот таким вот образом это все выглядит. Имеется там охрана. Значит, все это дело якобы охраняется. Ну, не проверял. Кто хочет, проверьте. Потом можете написать в комментариях. Ну, удачи нам всем, чтобы центр построился, и, как гласят официальные документы, развитие туризма в Резекне сразу пойдет в гору, пока заморожен. Всем удачи, всем пока!